парке «Экоберег» торжественно приветствуют первых гостей причала, с которого ежедневно будет стартовать теплоход, соединяющий левый и правый берега. Дебаркадер, выполняющий роль причала, пассажирская баржа «Мегаполис» протяженностью более 40 метров. Понтонный мост от берега к причалу сделан из пластиковых конструкций. Путь оборудован ограждениями, которые обеспечивают безопасность пассажиров. В числе первых с нового причала в небольшое путешествие на теплоходе отправились химкинские пенсионеры. Многим из них есть с чем сравнить. Наталья Каменская вспоминает, раньше на месте причала «Экоберег» была небольшая пристань. Транспорт здесь ходил, но не так часто. Я очень рада, что сделали такую пристань, и очень рада, что наконец-то будет курсировать транспорт. Запуск речного трамвая – социально значимый проект для большинства жителей микрорайона Левобережный. Людям был жизненно необходим новый транспорт, чтобы сократить время в пути. Просьбу химчан услышали. Инициативу пустить на воду теплоход и установить причал поддержали лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Николай Кашников и Ирина Спирина. Разработаны два маршрута. Первый маршрут – это длинный, который через речной вокзал. В принципе, он такой прогулочный. И второй короткий маршрут между левым берегом и старым берегом Химок. Кроме того, что речной трамвай сокращает время в пути, этот вид транспорта еще и позволяет совмещать приятное с полезным. Теперь люди летом смогут не париться в душных маршрутках, автобусах, а ехать на свежем воздухе, наслаждаться природой, видом. Мне кажется, это очень важно. К тому же речной трамвай, курсирующий по каналу имени Москвы, отвечает всем требованиям комфорта. Это отметили даже профессионалы. Лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Елена Андреева, яхтсменка со стажем. В Химках делается все для того, чтобы продолжать улучшать комфорт жителей. Это пример реализации инициатив граждан, прямого взаимодействия власти и жителей. Вместе с химчанами с причала «Экоберег» на речном трамвае прокатился и глава городского округа. Дмитрий Волошин проинспектировал новую пристань и отметил не только ее качество, но и удобство расположения. В микрорайоне Левобережный проживает 35 тысяч жителей, а в старых Химках 80 тысяч жителей. И дорога занимает около 40 минут, как минимум, а то и час порой, чтобы попасть из левого берега в старые Химки. А здесь два парка в настоящий момент и всего 7 минут. Поэтому жители левого берега получили дополнительно в пользование парк Льва Толстого, а старый Химок жители получили дополнительно в пользование парк Экоберег. Я рад, что ту работу, которую мы делаем для населения, она нужна и востребована, и тому подтверждение, да, наше сегодняшнее мероприятие. Стоимость проезда на теплоходе по маршруту «Экоберег-Химки» составит 37 рублей по карте «Тройка». Оплатить проезд также можно банковской картой или наличными. Курсировать теплоход будет в часы пик с 8 до 10 утра и с 18 до 20:00.